Итак, всем привет! С вами Влачан и GTA Vice City. Мы продолжаем проходить ее. Так. Говнюку. Почему у меня музыка и YouTube за это накажет? Надо выключать ее. Все. От музыки избавились. Так, сейчас здесь на взлет пойдем. А ну, крыша отсюда. Да что ты будешь делать? Тормозить надо. Прекратить взлет. Так поверни мне эту... Да блин. Главное не в речку. Недалек получился. Ладно. Нет, это не важно. Долет, недолет. Сейчас я эти миссии все пройду, наверное. Он под миссией займусь. Говори, это ясно без разговоров. Томми, Томми, как дела? Нет, нет, скажешь мне. Так, у меня есть какое-то оружие? Есть. Потому что в прошлый раз я... Блин, мне же за шмот не надо. Ладно. По воздуху долетим до туда. Блин, а? Так слабаки по дорогам ездят. О, прям какая поставочка. Денег не дали, а купили. А блин, это развалюха. Ладно, поехали в магазин. Так, Ocean Beach. Поехали. К игре. Ой. Крыш. Сейчас взлет будет. А ну-ка ж со взлетной полосы. Нормально. А вот и приехали. Че? Бензопилой? Хулиганом? Ты сейчас бензопилу зарежу, куда ты лезешь? Разойдитесь. Управление будет обсуждать все жалобы соответствующим образом. Разойдитесь, идите к себе домой. Пока ты одиночка все сует. Ну,
чтобы заставить всех пройти. Отсюда. Миссия пройдена. Это легко было. Ладно, сейчас съедем, сохранимся. И дальше будем проходить. А, только не крен. Дают. А еще от этой тачки надо избавиться. По-другому разобраться не представляла. Свалите отсюда. Почему этих ментов только... Опа. Так, ладно, поедем какую-то другую миссию выполним тогда. Третью выполним уже. По телефону. Со мной здесь менты гоняются. Где этот гребаный полицейский участок? Ну, поехали. Nissan 350Z как хорошо летит. Как самолет прям. Нифига, что он мне с машины сделал. Давить его. Гаденыш, а? Заходи, сынок. Черт, мой папа говорил, никогда не смотри в зубы даренному коню. Хотите каплю старого Кентукки? Нет, спасибо. Мне это нравится. Теперь имущественные дела не только на бумаге. Это грязно. Надо заявить об этой грязи. Ты со мной, сынок? О, да. Мне нужен какой-нибудь подонок для грязного дела. А ты можешь, похоже, убедить его. Я умею убеждать. Да, он запишется в клуб. Гольф-клуб, конечно. Там не разрешают носить оружие, так что его охранники безоружны. Так выбей из него 8 тонн дряни. Вот твой членский билет и... Парень, тебе нужна подходящая одежда. Окей, я переоденусь. Не в обиду, но в этой одежде тебя не пустят туда. Могут быть неприятности. Это, ребята, мой новый друг. Эту машину взорвать. Mm-hmm.
Где машина? Опа. Фига, он сбил меня. А, ушатали. Еще на полицию взрывать было. Как деньги сняла? Заходи, сынок. Не дали миссию начать. Ламборджини. Лампу гоним. Так. Стоп, а мне куда надо? А мне на взлетный полос надо вернуться. Стоп. Здесь тряпочный магазин. Кто же парень? Ребята, разберитесь. Отлично у тебя зад, крошка. Гуфот мне валить надо. Проезд закроем, мама. Бежать ни одного шанса не было у него. Падай, собака. Плавать не умеет. Сейчас опадет и капут будет. Пожалуйста, уходи.
с ними. Отсюда. Отличная позиция. Возьмите костюмы для гольфа в Джок Спортс. Он ушел. Классная задница. Нормально. Расправился. Пешкодрал, нам придется теперь идти. Оружие забрать свое. Отсюда мин. Сейчас. Где-то здесь телефон должен быть. Он может.
машинку иметь. Зачем он полицию привлекает, а? Где машина? Ни одной машины нету. Хоть такси появилось. А ну смойся отсюда. Козел старый. Что ты? Токсикал куфта. Что она такая? Да что ты будешь делать? Сейчас я обману здесь. Вот гад, он треснулся. Да что ты будешь делать? Что за машина такая? Уехал. Куда он уехал? Да где-то в задницу отсюда. Порш вонючий. Блин, что ты кругами-то ездишь? Под фуру прямо влетел. Такси надо сменить мне. Что ты, блин? Говно не машина какая-то. Давай мне эту такси. Будешь делать? Я ж в легкой проходил. Пройдено. Ясно, чтоб не погасла, зараза.
Поехал отсюда. Ни одной машины, вот смотри к чему. Может взорвать этот мотоцикл нафиг. Что-то в столб прям застрял. Сваливай отсюда. И дрифтовать бы. О, бербит сейчас. Отсюда. Вали отсюда, таксист. Чё ты в меня-то? А-а-а, тебе всё нарвался. Поехала собака дрифтовать. Она вообще. Не там стреляет. Сдох, крыса. Этот гаденыш. А вон он. Все. На этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставим лайки.